2007 года. Ну что ж, я приглашаю команды на сцену. Команда «Территория А» Армянского высшего профессионального училища химической промышленности. Капитан Ростислав Гилевич. Команда КВН «Комикс». Сборная города Красноперекопска. Капитан Олег Николенко. Команда «Три семерки» Херсонского национального технического университета. Капитан Мельничук Виталий. Я думаю, вы все помните, и ребята тоже могут подтвердить, что все предыдущие игры были замечательные. Сергей Мульт, председатель Совета Крымской лиги КВН. Ваши аплодисменты! Элина Анатольевна Мироненко, заместитель городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов. Борисенко Дмитрий, заведующий сектора по разработке программ Министерства по делам молодежи, семьи и гендерной политики. Ну и, наконец, председатель жюри Валентин Валентинович Демидов, секретарь городского совета. Также представляю вашему вниманию счетную исполнительного комитета Армянского городского совета. Вступает команда «Комикс», сборная города Красноперекопска. Готов русских! Ну вот видите, ничего сложного. Простым подхалеважем заработали лишний балл на приветствии. Вот так вот. И сразу сенсация. На территории Крымской области была обнаружена стоянка неандертальца. При раскопках были найдены кости неандертальца, а также другие древние. Алло, вы позвонили в службу врач по телефону. Я молодая, длинноногая медсестра, но в очень коротком халатике. Девушка, у нас тут человек ранен, вы могли бы приехать? Да. Мы работаем по вызову, но для
для начала опишите рану. Ну, у него нож, короче. Большой? Да. У девушки, у него нож в руке. В руке, да, продолжай. Он, вы не поняли, он насквозь в руке, понимаете? Мозг задет. Мозг задет. Но это у него с детства еще не врачи. Ладно, выезжаем. Да что ж такое? Я очень рад. Посмотрите. Ну ладно, давай. Глазки есть, да? Есть. Так, ушки. Язык покажи. Больше никому не показывай. Дышишь? Хватит дышай. А теперь знаешь что? Покажи мне охотничью собаку. Собака нашла дичь. Собака машет хвостик. Собаки чертовски хорошо. Так, так. Рядом. Давай, давай. Собака в дозоре. Собака Адика. А вы мне поможете? Да не-не-не-не. Доктор придет, разберется, мне работать надо. А вы кто? Тихо! Фарш, фарш! Танцует в стиле электро... Ту-ту-ту-ту! Возьми трубку! Ту-ту! Может быть, это шницель? Нет, мы находимся в зоне котлет! Оу! Аларм! Ту-ту-ту-ту-ту! Ту-ту-ту! Полуфабрикаты! Сила в мясе! Провожаем команду «Три семерки» Херсонского... С призывом! Ну чё, Роста, вечер что-то соображаем, а? Ты что? Мы же дали обещание перед армейкой не пить, не курить, да сказать, вести здоровый образ жизни. Пацаны, сейчас так много пишут о вреде курения, что я категорически бросил читать. Правильно. В принципе, правильно вообще-то. Пацаны, а на дискотеку пойдем сегодня, а? Не, я сегодня фильм смотреть буду. Какой? Василий Вячеславович меняет процессоры. Ну да. А, понятно. А что ты там жрешь в тихушку, а? Новый орбит конопля, самая веселая защита от кариеса. Хошь? Не, спасибо, я не употребляю. Не, ну вот и все. О, пацаны, смотрите, Лида, Лида. О. Да. Не идет, а плывет. Девушки такие трогательные существа, так бы и трогал, и трогал. Лида, Лида, а в карты на раздевание сыграем? А вам интересно увидеть или похвастать? Похвастать! Увидеть вообще надо! Да. Лид, а на гитаре играть ты умела? Ну, умеешь еще? Конечно! Какую тебе песню сыграть? Вот русскую попсу не надо, вот когда трезвый не впечатляет, а когда пьяный тошнит почему-то, вот тут не знаю. Влад, пойдем за гитаркой сходим, да? Да, конечно, конечно. Русский военкомат! А ты, Артём, не смейся, тебе тоже повестка пришла. Диман. Вот, на, смотри. Диман, ты чё, какая повестка? А мы продолжаем показ сериала «Служили два товарища». Доктор пришёл. А медсестру видел, с какими ногами? Так, ну быстро, быстро, взяли побыстро. Так, теперь кто у нас? Призывник Индезит. Призывник, разденьтесь до нога.
Вы что, больной? Нет, я разделся до нога. На что жалуемся? У меня нет доктора наследственных болезней. Я сирота. Так, все, годен, идите. Следующий, кто там, быстро. Призывник Шепнага. Так, ого. Подойдите. Вы видите, что там написано? Видите? Ха, не вижу. Подойдите ближе. Что? Видите? Не вижу все равно. Подойдите вплотную. Хорошо. Видите? Так, расстояние 50 сантиметров. Пишите, годен к штыковому бою. Ой, доктор! Спину гложет, пальцы скрутило, ногу свело. Сделайте ему искусственное дыхание, быстро ему. Не надо, доктор, я выздоровел, доктор. Браво, симулянт, иди служи. А мы пока... Служащими клуба веселых и находчивых. Вопросы есть? Есть! Кто мы с сегодняшнего дня? Квенчики быстрого реагирования. А, сказал, как отрезал. Наша задача является забросать неприятеля шутками, а зал довести за слез. Задача ясна? Да, а что надо делать? Боже мой, где вы таких находчивых набрали? Боже мой, кто мне дураку объяснит, что вы сейчас сказали? Вы шли. А теперь к вашему вниманию миниатюра готов. Готов? Да! Пошел! Готов? Да! Пошел! Готов? Нет! Готов? Нет! Пошел! Нет! Готов! Я приехал на танке в КТЗ и северной СВГ с флагом русской... Защищать родину мать! Боже мой! Ну кто так поет? Кто так поет? Песню надо орать так, чтобы мышцы на ягодицах дрожали. Комбат... Так, кстати, что отвлекаемся? Кто поедет на картошку, два шага вперед. Ага. Остальные пойдут пешком, да? Так, значит, солдаты, копать здесь. Не, здесь. Чуть сюда, да-да. Наверное, туда, а я пока узнаю, где именно, да. Так. Слушай, вот все хотел тебя спросить. А что ты в армию пошел, а? Да, от института закосил. Мужики, я новую позу Камасутры узнал. А ну тебе показывай. Мужик сверху. Да. Мужик снизу. А посередине кровати, это казарм, Артем. А. Ой, Людь, смотри, новенькие. Идем. Мальчики, давайте познакомимся. Нет, мы не по этим делам. Дима, ты что? Давайте познакомимся. Так, я не понял, что там происходит. А ну вот эту ширинку устройся. Так, вы что, забыли свои обязанности, а? Никак нет, товарищ прапорщик. Наши обязанности входят. Четкое быстрое манерирование между ведром с водой, электрическим чайником и... солдатиками. То есть товарищем прапорщиком. Пошло. Есть. А вы копайте. Одиночество. Да, без девчонок, конечно, плохо. Дай песню, давай. Девушки бывают разные. Да, мы на сцену выходим. Нам хочется лучше играть. И мы говорим убежденно, мы верим в это душой, что сегодня здесь нет побежденных, сегодня здесь праздник большой. На берегах со светом пустовен в душе у нас живет. Это ничего, что судьи строгие, игра финальная лишь красоту. Может быть, боятся очень многие и разыгрывают кубок красоту. Потому что у нас все роли два, приезжие и жиги сидят в одном ряду. И если на бандороге разные, но разыгрываем кубок красоту. Зараз я буду жартувати. І якщо жарт буде вдалим, він буде роздягатись. Ой, а що це з ним? Знепритомнів? Давай йому зараз штучне дихання зроблю. Нос в рот. Не надо, може я тебе ще пригожуся. То ти спочатку згодись, а потім я тебе відпущу. На місць. Як я? Ні, Люба, що ти? Ти в мене вищий економіст. Ти так добре прорахувала продаж Криворіжсталь.
що люди донині на тебе зуб точуть. Грошики на всіх ділили. Це ще що? Я ось маю відкрити кордон для нашого племені. Що ти потім будеш робити? На дерево залізу. А чого це раптом? Затопчуть. А якщо мене затопчуть, і тебе кину, і будеш ти свою косу собирати по всій границі, ясно? Кстати, ребята, а как у вас, так сказать, политическая ситуация в Флевне? Як? Не я! Чехи! Вже не можуть, неси, вже не хочуть. А я не казала, що я не хочу. Ну, в общем, повна відсутність потенції, ой, концепції. Вот на этом, ребята, мы остановимся. Исчезните. Девушка, вы останьтесь. Продолжим. А вот скажите, вы вот в армию хотите, вы что-нибудь умеете? Да, я умею быстро одеваться. Ну, у меня когда-то мужчина женатый был. Достаточно, я понял. А скажите, пожалуйста, вы в каких войсках себя видите? В связи. В какой связи? В романтической. Что вы все про одно и то же? Так, доктор, короче, записывай меня в армию. Что вы там делать будете? Служить! Ты это не ори на меня, понятно? Хорошо. Несколько тестов на профпригодность. Ориентирование. Как найти стороны света в лесу? Там, где мог, там и север. Хорошо, в горах. Там, где мог, там и север. Хорошо, на ноги с компляжа. Там, где мог. Свой корабль и там облучай. Доктор, я же сказала, я не пью. Хорошо. Проверим зрение. Закройте глаз, читайте буквы. Ха-у. Так, достаточно. Блин, призывнички, понаписали тут что-то опять. Хорошо, проверим рефлексы. Перемените ногу. Вау! Рефлексы в порядке. 50 лет уже скоро, рефлексы еще, ого! Если нам скажут, ваш поезд ушел, мы заложим мину и подождем другой. И чтоб на перроне скучать не пришлось, мы заложим мину, еще и под перроны будет. Полосочка. Ребят, я не беременна. В Германии изобретена новая антивиагра для вдумчивого и внимательного просмотра порнофильмов. Херсонская кондитерская фабрика выпускает вафли, конфеты, мороженое, пирожное, но все равно получаются вафли. Группу наркоманов задержали на границе Голландии. Хотя, как сказать, задержали, им все равно спешить некуда. Для тех, кто забыл, напоминаем, Мэри Поппинс — это всего-навсего плохо отпразднованный Мэри Крисмас. Любимое занятие нашей команды — это ходить в лес по грибы. Однако, есть одни печальные обстоятельства. Подарок не принес, не букет из алых роз, а коробку деревянную. Я коробку забрала, все, что было, сожрала, и улыбка стала странною. Шахматы, Сериал «Леся и Рома» все смотрели? Мы вам сейчас покажем приблизительно то же самое, но в 1968 году. Настю! Що? А ти знаєш, що в СССР немає сексу?
Знаю. Значить, між нами чого нічого не було б. Рома, от у мене до тебе таке запитання. Ми разом живемо вже 5 років. Чому у нас досі немає дітей? Це в тебе немає. Ребята, нам нужно что-то новое, что-то нетрадиционное. А у нас есть Дима! Нет, не такое. Нам нужно что-то из ряда вон выходящее. Да, из ряда вон выходящее, вон из шестого ряда выходит Азеру. Да нет, не такое. Короче, однажды супер выступление. Где наша звезда вот эта вот? Ну где наша вот эта вот, вот эта вот? Вот эта вот, вот эта вот. Я здесь! Ты кто? Ну это же я, да. А ну отвечай на вопросы. Да. Пол! Мужской! Отличительные признаки есть! Да, сколько угодно. Плохо должен быть только один. Ты где был? Есть ходил. А может я тоже хочу есть, как слон? А может как тигр? А я как? А ты как крыса уже все съел, да? Да. Понятно. Так вот, кто съел все наши булочки? Волчара позорный, ты что, мне под юбку смотрел? Да, я серый страшный волк. Я знаю в девушках толк. А мы на галерке в зале. Прикинь, скажем, Артем, у тебя. Мы с девчонками еле узнали. Травма черепно-мозговая. Моя любовь. Мы крутые, скучно, нам рассиделись дома. Мы так без слов подойдем и скажем: ну здравствуй, дорогой наш Тёма. Ох ты, Олег Безлогий, а как же я? Дима, спасибо, выручил. Выручил, так выручил, но... Нет, нет, нет! Да, да, да! Нет, нет, нет! Да, да, да! А что, я похож на осу? Да. Я пошутила! Просто понимаешь, Илья, криком никого не удивишь, да! Ведь у нас конкурс музыкальный! Да. Поэтому на эту сцену выходит хор патологических мальчиков с пальчиков под зонтиками. Пожалуйста! Это типа было успели или что? Это или нам пошутили? Так, вокальных данных у вас никаких. Значит, будем танцевать танец! И раз, два. Раз, два. Раз, два. Мальчики, мне присёсочку. Вулкан страстей. Маникюрчик. Педикюрчик, ну можно депиляцию. Ой-ой-ой-ой-ой. Приобрилась сперва, а потом и усы отрастила. Изменила свой голос и стала примерно такой. Здравствуйте, товарищи! Я сегодня на этой сцене вновь! Уважаемый Владимир Ильич, а скажите, пожалуйста, каким вы были в детстве? Лысым и картавым! А сейчас? А сейчас я не в детстве. Владимир Ильич, скажите, пожалуйста, какое у вас образование? Высшее! Высшее какое? Церковно-приходское!
А скажите, пожалуйста, как вы решаете свою проблему с жильем? У меня есть очень хороший вариант. На Красной площади я его не собираюсь лишить сам. Слов не выкинешь. Питание, падение, придем к заветной цели. Уверенно и смело идем в своей мечте. Мы алиэк на сцене, играем в КВН. Фигурок чемпиона оставим мы себе. Прошел январь-февраль, сегодня заканчивается. Но я надеюсь, что отдел по делам семьи и молодежи в лице Сергея Николаевича Мельника начнет уже с марта новый тур. Спасибо, ребята, за игру. Сергей Мульт, вам слово. Спасибо. Добрый день еще раз. Я с удовольствием со всеми членами жюри пойду на мыло, потому что, ну, сложно было сегодня журить эти... Главная интрига сегодняшнего финала. Вы знаете, мне кажется, что если бы эта команда свою финальную домашнее задание растянула... Команды награждаются подарками от очаровательных сотрудниц салона красоты «Имидж». Ваш имидж, друзья, в руках этих очаровательных девушек. Ваши аплодисменты! Я поздравляю наших финалистов. Я благодарю всех, кто шутил, кто смеялся, всех, кто был сегодня с нами. До новых игр!